Это программа «Донбасс Реалии» на радио «Свобода», в студии Алексей Мацука. Здравствуйте. За 2 года из-за войны на Донбассе больше 1 000 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. С одной стороны, 2 года – это много, но с другой, что можно успеть за этот срок? Обзавестись недвижимостью, влиться в новое сообщество или только отойти от стресса и начать жить дальше? Об этом сегодня и поговорим в «Донбасс Реалии». Без жилья. Кто поможет больным детям из зоны АТО? У них нет средств, абсолютно. С какими проблемами сталкиваются переселенцы во Львове? Живем сейчас как-то вот одним днем. Спасаясь от обстрелов и преследований со стороны боевиков, многие вынужденные переселенцы так и не смогли адаптироваться к жизни на новом месте. Особенно, если их семьи нуждаются в дополнительной социальной или медицинской помощи. Из Донецкой области под Харьков в прошлом году переехала семья Переварюх. Их 7-летний сын болеет лейкозом и почти ничего не видит. Именно из-за частого посещения врачей семья и поселилась ближе к мегаполису, где помогают ребенку. Сейчас они живут в доме, который выставили на продажу, и они снова нуждаются в новом жилье. История дончан в нашем сюжете. Семья Переварюх выращивает картошку и собирает фрукты с небольшого сада. До кукурузы, это наша территория, 5 сотых. Немножечко помидорчиков есть. Ну, как бы, кроме картошки, это что-то другое. Это надо поливать, за этим надо ухаживать. На это нет времени. У Александры нет времени на огород из-за ухода за сыном Максимом. Мальчик родился с генетической патологией. А 3 последних года медики лечили его от лейкоза. Сначала в Донецке, но когда началась война на Донбассе, лечение продолжили в Харькове. Часто ездить через блокпосты, семье стало небезопасно. А в связи со сложной политической ситуацией мы должны были приезжать и к Курахово, и Маринку, где велись боевые действия. Иногда даже был закрыт пост. Эти многотысячные эти автобусы, длительные многочасовые очереди. Такой ребенок с таким здоровьем, он бы не выдержал. Семья поселилась в поселке Малиновка. Это недалеко от Харькова. Так стало проще ездить к врачам. Наша семья возвращаться не планирует. Мы решили остаться здесь, в Харьковской области, для того, чтобы постоянно лечить ребенка и поддерживать его здоровье с такими сложными диагнозами. 7-летний Максим очень любит играть с мячом. По дому катается на детской машинке. Шведская стенка для малыша – это гуманитарная помощь в рамках международного проекта фонда благополучия детей. Самим приобрести гимнастический снаряд семья попросту не может. Говорят, дорого. Переселенцы живут на пособие от государства и на зарплату мужа Александры. Вот почему семьи с детьми-инвалидами, мы по области ездили. Они почему живут там? Потому что там дешевое жилье. У них нет средств абсолютно. Это волонтерская организация «Станция Харьков», помогающая переселенцам. Они поддержали 120 семей, где живут дети-инвалиды. Ортопедическую обувь, специальную кровать или слуховой аппарат. Волонтеры дарили то, что попросили родители. У них нет денег на реабилитацию. Когда мама стояла перед выбором, то ли ей нужно лекарство купить ребенку, да, то ли еще что-то, и она выбирала лекарство. Дом, в котором живет семья Переварюх, владелец выставил на продажу, поэтому семья ищет другое жилье, тоже поближе к Харькову. В ближайшее время Максима ждет переезд в новое жилье. Волонтеры обещали помочь семье и найти мальчику новый дом. Анатолий Мажора, Донбасс Реалии, Радио Свобода. На скайп-связи со студией «Радио Свобода» Алена Лунева, юрист организации «Восток СОС». Алена, добрый день. Мы только что посмотрели сюжет, в котором не так однозначно оценивают переселенцы ситуацию с тем, как государство Украина заботится о том, чтобы эти люди могли выехать и восстановить свою жизнь на новом месте. Скажите, в вашу организацию часто обращаются люди с вопросами, которые касаются их взаимоотношения с государством Украины, и насколько реально защитить права этих людей? Добрый день еще раз. По сути дела, все вопросы, с которыми люди обращаются к нам в организацию, связаны с их взаимоотношением с государством. Это и восстановление документов, и восстановление помощи, и социальная защита, пенсии, прочие вопросы. Это всегда связано с государством. Поэтому все вопросы к нашим приемным на Востоке и в Киеве, на горячую линию и онлайн-консультация, это всегда такие вопросы. А скажите, как обстоят дела с восстановлением выплат внутренне перемещенным лицам? Я помню, мы не так давно делали сюжет об этом, и все наши герои, с кем мы общались, жаловались как один, что, приехав в другие города из Донецка и Луганска, не могли оформить свои пенсионные
пособия и социальные выплаты в связи с бюрократической процедурой. Сейчас что-то изменилось или нет? Изменилось, но, к сожалению, не в лучшую сторону. По сути дела, с июня 2016 года вступили в силу изменения в соответствующие постановления Кабинета министров номер 637, и было принято новое постановление 365, согласно которой введен новый порядок восстановления выплат адресной помощи и других социальных выплат. На самом деле речь идет о всех денежных выплатах, которые производятся из государственного бюджета и бюджетов пенсионного фонда и фонда соцстраха. Поэтому абсолютно все деньги, которые переселенцы могут получить от государства, теперь они будут получать по усложненной процедуре, а именно после проведения проверки места проживания. То есть это значит, что переселенцы должны сидеть дома и ждать проверку. То есть, я так понимаю, никакого специального графика, когда придет человек, называющийся проверяющий, или инспектор, или кто это, какие у него полномочия для таких проверок есть, чтобы входить в квартиры, непонятно тоже, наверное. То есть нужно сидеть и ждать, когда он придет? Да, социальные инспектора, которые работают в управлениях труда и соцзащиты, но чтобы можно было представить примерно обстоятельства, как это все обстоит на местах, в Краматорске 3 социальных инспектора и 71 тысяч внутренние переселенцы. Ну, это, наверное, похоже на какой-то больше фиктивный процесс, как часто бывает с социальными службами. Или все-таки бывает так, что после визита такого инспектора кому-то отменяют пенсии, выплаты? Да, отменяют. Дело в том, что отсутствие переселенца по месту проживания в момент проверки является основанием для прекращения выплаты всех видов социальной помощи, в том числе пенсии. То есть даже если человек вышел в магазин и не оказался во время прихода этого инспектора? Да. По постановлению инспектор должен оставить уведомление, что он был. Но как это проверить? У нас было достаточно много обращений таких, что люди узнавали о том, что им прекращают выплаты через 3 месяца. Потому что, оказывается, 3 месяца назад была проверка, и их не обнаружили дома. Алена, скажите еще, вот ко мне обращаются зрители с таким вопросом, если гражданин Украины выехал из неподконтрольной территории на территорию Российской Федерации, пересекая границу Украины, которая не контролируется украинским правительством, и затем этот человек вернулся в Украину из России. Является ли это нарушением и грозит ли такому человеку штраф за подобное действие? Дело в том, что многие наши земляки из Донецка, из Луганска уехали вначале в Россию, там находились какое-то время, а сейчас многие возвращаются не в Донецк, а в украинские города, где есть возможность адаптироваться, как-то найти способы для выживания. Так вот, что им грозит, если они пересекут границу, возвращаясь из России в Украину, а выехав туда из Донецка и Луганска? Алексей, на самом деле пересечение госграницы вне пунктов пропуска является нарушением украинского законодательства. И административным правонарушением по Кодексу Украины об административных правонарушений. И предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это, в принципе, 1700-3400 гривен. Это много. Но могу сказать, что из анализа судебной практики, которая существует и находится в реестре, очень низкое количество, а на самом деле практически никого, кто из зоны АТО переезжает переезжает границу и въезжает через подконтрольную территорию, не привлекает к административной ответственности суды. Потому что зачастую к нам обращаются люди, которым предлагают заплатить штраф на границе, что быть не может. Потому что протоколы об административном правонарушении рассматриваются судом. И суды к административной ответственности в основном не привлекают. Спасибо, Алена. Алена Лунева, юрист организации «Восток СОС», которая специализируется на защите прав украинских граждан, которые выехали и которые остались, была на скайп-связи со студией «Радио Свобода». А в нашей программе еще одна история из жизни переселенцев, которые в своем вынужденном путешествии добрались до Западной Украины. Почти 2 года назад из Донецка во Львов переехала семья Александра Басенко. Как им живется на новом месте, смогли ли переселенцы адаптироваться в новом пространстве – и какие проблемы должны решать чуть ли не ежедневно эти люди?
Семья Басенко недавно переехала в новую арендованную квартиру. Почти 2 года четверо человек жили у знакомых, а потом в маленькой комнатке. Сегодня у сыновей своя комната. 16-летний Александр – ученик лицея, 9-летний Алексей – школьник. Искали 2,5 месяца. Ну, во-первых, только о квартире были в ужасном состоянии. Было такое, что не хотели даже с Востока. Вот. И еще одна причина, естественно, по деньгам нам не подходила. То есть ставили цену, которая очень дорогая квартира, и мы не могли просто ее оплачивать. Из донецкой квартиры здесь только 2 сумки, чемодан, коробки. В Донецке была намного другая жизнь, да, до войны, до этих событий. Вот. Была другая жизнь, были другие ценности, была, знаете, конечно... Уверенность в завтрашнем дне, мы да. Мы планировали на несколько лет вперед свою жизнь. Что будет куда делать? Куда кто поступит, куда кто пойдет, кто чем занимается. А здесь, все, жизнь с нуля. Мы приехали с 3 сумками, чемодан и 2 сумки. Вот это все, что мы с собой взяли из прошлой жизни, все. 41-летний Александр работал директором ресторана в Донецке. Найти работу в ресторанном бизнесе во Львове не может, потому что не хотят чужих. Фирма, на которой работала Кристина, из Донецка переехала. И она продолжает работать дистанционно логистом. Александр занимается общественной деятельностью и надеется найти постоянную работу. За эти 2 года поняли многое. Ну, я поняла, что, наверное, все-таки за вещи держаться не надо. И живем сейчас как-то вот одним днем. На самом деле я понял одно, что кроме как близких, наверное, ничего лучше в жизни нет. Официально во Львове и области проживает почти 8 тысяч переселенцев Донбасса. Вначале многие возвращались в зону конфликта. Многие выезжали за границу, надеясь на статус беженца. Но половина из них возвратилась. Часть осталась работать и жить в Польше. Сейчас количество переселенцев стабильное. Це люди середнього віку, це люди в масі своїй, це 80%, люди з освітою, вищою освітою, то люди, які мають великий потенціал, люди, які не погоджуються на будь-яку роботу, навіть якщо їм пропонують, особливо, якщо це робітничі професії. То люди, які мають певні вимоги, скажімо так, до проживання, до буття. Семья Басенко тоже надеется, что сможет возвратиться в Донецк, но не сейчас, потому старается найти свое место во Львове. Нам нужно дать шанс, чтобы мы показали себя, чтобы все видели, что мы можем, что мы на самом деле, чего мы стоим. Галина Терещук, Марьян Павлык, Львов, Донбасс, Реалии. Итак, прошло 2 года, и что имеем в сухом остатке? Больше 1 миллиона переселенцев, тысячи разрушенных домов, огромные очереди на блокпостах на въезде и на выезде из оккупированных районов, бюрократические проблемы с выплатами пенсий и пособий, неопределенный статус Донецка и Луганска, рост цен в этих городах. Все это поставило на грань выживания многие семьи не только на Донбассе, но и во всей стране. Этот список можно продолжать еще несколько выпусков программы «Донбасс Реалии». Но жизнь продолжается, переселенцы приспосабливаются, адаптируются к новым реалиям, а оставшиеся в неподконтрольных Украине территориях ищут способы выживания. Следите за нашими выпусками, оставайтесь с нами на связи. А сегодняшняя программа «Донбасс Реалии» подошла к концу. До свидания.